Друзья, наша семейная прогулка продолжается. Вот мы вышли, ну знаете, да, район Тулеби. Вот мы проходим нашу центральную мечеть. Вот как она выглядит. Ну, если немножко рассказать про мечеть, так, первый камень в основании мечети был заложен в 2003 году первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. В 2008 году строительство мечети было завершено. В 2010 году были приведены ремонтные работы. И в 2012 году рядом с центральной мечетью открылось здание медресе. Так, в 2011 году мечеть была признана одной из главных достопримечательностей Жамбылской области. Вот. Так что знаете, да? У нас находится вот центральная мечеть, медресе вот рядом. Так, мечеть, получается, высота стены мечети составляет 16,5 метра, высота нижнего этажа 4,5 метра. Башня Экибас имеет высоту 47 метров. Мечеть имеет 7 куполов. Высота главного большого центрального купола составляет 32,5 метра. Так, вот рядом находится медресе, да? Медресе – это учебный корпус, состоит из двух этажей. Так, строительная площадь 1220 квадратных метра. Общая площадь 2277 квадратных метров. На первом этаже расположены кабинеты администрации, медицинский пункт, столовая, кухня, санитарный узел, душевые кабины. На втором этаже учебные аудитории, библиотека, кабинет преподавателей и компьютерный класс. Вот. Смотрите, как красиво, да? Везде елки, зелень. Вот здесь тоже у нас открылось, да? Так, оқушылар сарайы. Так что, друзья, добро пожаловать в Тарас. Сегодня сентябрь месяц, знаете, да, уже идут похолодания. Вот такой на улице получается ветерок. Вот смотрите, сколько у нас спортсменов, да? Все на велосипедах катаются. Вот. Так что Тарас ведет здоровый образ жизни, друзья.